Всем привет! Сегодня у меня будет новая распаковка очередной покупки из сайта Мыло Опт. Начну с отдушек. Дынный мусс. Очень вкусная отдушка, которая ароматизировала всю мою посылочку. Следующая отдушка — это кокосовый джаз. Еще одна — сахарный миндаль. Все очень вкусно пахнут, и все для мыла с нуля, потому что хочу делать мыло с нуля, но еще не определилась, с каким ароматом, на какую тему. Это миндальное водорастворимое масло, большая бутылочка оливкового масла холодного отжима, ленточки такие золотые, золотистые, красивые. Это из ленточки из бумаги, раффия называется, красиво смотрится очень. Вот такие яблочки для декора чудесные. Обязательно придумаю, куда их применить, и покажу вам. Так, это бирочки. Мне нравится на фотографиях, как выглядят бирки. Не так, как наклейка, а вот бирочки очень оригинально. Handmade. И взяла вот такие бирочки пустые. С одной стороны они крафтовые, с другой белые. Здесь можно написать пожелание, благодарность, можно штампик, подпись сделать свою личную. Это наклеечки, мыло ручной работы. Скоро день учителя, решила делать мыло ко дню учителя. Водорастворимая бумага с картинкой. Попробуем. Пакетики прозрачные. В них лучше всего смотрится нарезное мыло, ко мне нравится. Наконец купила себе термометр, потому что я делала мыло с нуля, и он мне просто необходим уже был. Теперь я с ним смогу измерять температуру щелочи и масел. И последняя моя покупка — это форма для мыла с нуля, деревянная. Теперь будут краешки ровненькие, сюда мы еще вставим силиконовую форму. Не будут выдуваться, как в силиконовых бывают формочках. Она регулируется, немножко можно шире, немножко уже сделать. Вот такая вот прочная, красивая формочка. Это все на сегодня. Спасибо за внимание. Спасибо сайту и магазину Мыло Опт. Мне очень приятно. Этот раз доставка была оперативная очень, поэтому мне вдвойне приятнее. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.